Блять, Лизард. Блять, вот не знаю, вот твой уровень реально серьезно настолько. Вы понимаешь, я. Блять, просто, блять, просто. Если люди реально до сих пор думают, что Путин хотел Навального отравить и не смог. Такая хуйня, блядь. Боже, а потом ты удивляешься, почему так людей легко наебывать? Почему я так легко наебываюсь? Да. Кому это выгодно? Ну так вот именно что с точки зрения, блядь, банальной логики, если ты будешь рассуждать и отходить от принципа, кому выгодно, да, кому не выгодно. Так вот, нашим, так сказать, пацакам, которые там сидят, максимально невыгодно что-либо, чтобы происходило с этим, блядь, как там его, блядь, анальным. Вообще невыгодно, блядь. Совершенно. Даже как только с ним что-то происходит, в этот момент сразу же, блядь, и катализатор усиливается. Не, ну просто люди вот в 21 веке 2×2 вообще не могут связать, блядь. На эмоцию постоянно ведутся. Кто вот красиво говорит, тому и верит. Все. Больше ничего не надо. Мне еще похуй, я против всех, блядь. Все гандоны, нахуй. Но я понимаю, блядь. Кто-кто, но точно не наши там что-то пытались с этим анальным делать. Это максимально, блядь, бессмысленная хуета. Максимально невыгодная. Потому что даже если ты его умертвляешь, это минус. Это сразу против тебя, блядь, толпы, нахуй. Это шанс почту для пропаганды, да, устраивать против тебя. Если ты его не добиваешь, так тем более, блядь, шанс еще больше, блядь, против тебя все этих выступлений намутить. Нахуя тебе это делать? Пускай он там что-то прыгает, блядь, бесполезный, абсолютно ни на что не влияющий. И прыгает. А тут, блядь, хуяк и такая хуйня на ровном месте. Да-да, сами себя решили полить палки в колеса подоставлять. Рассказывайте. Там, конечно, те еще, блядь, обезьяны сидят, нахуй, но, как бы, блядь, они не настолько глупы. Как жирно угорать с адептов Навального. Только и делаю, что перл за перлом выдаю. Да, да, адепты Путина ничем не лучше. А где любые адепты, они как бы все такие довольно забавные. Нужно понимать, что. Ай. Политика — это грязная хуйня. Понимаешь, если бы тебя нахуй траванули, блядь, такой хуйней, ты бы нахуй через две недельки никогда в жизни не бегал бы нахуй. Тебе пизда была бы на всю жизнь. Просто все. Твоя жизнь была бы покончена, нахуй. Даже если бы ты не умер. Травили, блядь. Чел уже нахуй гуляет, блядь. Через две недели, нахуй, дир по Германии отдыхает, нахуй, чилит, блядь. Заебись, меня б так травили, нахуй. Да-да-да. А ты-то знаешь, Black Box. Ой. Вот просто знаешь, в чем проблема? Что ты как бы ставишь все вот эти вот утверждения как под свершившийся факт именно в той концепции, вот, которую ты сейчас проповедуешь, что это вот конкретно эти типы, там вот это вот все вот конкретно. Ты так вот для себя определил, что это 100% именно так. Хотя у тебя при этом доказательств нету никаких, ты просто смотришь, блядь, ютубчик. Ты просто смотришь ютубчик, у тебя доказательств нет. И от этого ты уже дальше парадигму свою строишь, что, блядь, как бы, ну, естественно, и этого-то именно, блядь, вот Путин чуть ли не лично травил. Разумеется, блядь, вот
Это так у тебя будет дальше и ну как? Ты, если в это веришь и знаешь, как бы, что Скрипалей тоже эти типы отравили, ты не можешь, соответственно, предположить, что Навального не отравили. То есть, я как бы все начинается гораздо раньше, еще за те старые истории, что вот конкретно тоже вот Путин их отравил, эти конкретные там Чтобы типы моей какие-то разрабы отравили, там спутника что-то вот заставили все, ты в это своего веришь? существования Другого разработали быть пять не может, препаратов, соответственно. Ну что самые поделать? известные из Ты которых веришь. Вера, она Кагацкий. такая сильная вещь. Только при этом, при всем, опять-таки, ты там не присутствовал, ты реальные документы не видел, ничего не видел, ничего не знаешь, ты просто смотришь телек, ты просто смотришь ютубчик. И все. Как бы вера. Это как, блин, читать всякие эти эзотеристические книжки и вот верить в то, что вот если ты будешь там, не знаю, ну, моя эзотерика заключается в бомжихах, да, с Курского вокзала, которых нужно чпокать, любить, и тогда у тебя улучшается средний урон, карма, можно любые деньги заносить на какой-нибудь там, не знаю, в любое казино, после этого просто карма сразу улетает туда. Вот у меня такая эзотерика, вот я в это верю. Да, я так делал, поэтому я такой успешный. Вот. Ну, ты веришь вот там в то, что Навального отравил или там конкретные люди. Потому что так по Ютубу сказали люди, которых хорошо получается говорить на камеру и монтировать видосы. Ну да. Мы вот такие верующие. Пацаны, кто этих любит бомжих с Курского вокзала? А у кого такая эзотерика? Давненько, конечно, не имел я отношений, нужно подправить, а то что среду какая-то вообще слабая. На завтрак перед Левшака сгонять будет на вокзал. Купить пару цветочков, троечку, розочек. Подкатить так красиво, на бэшке так, ой, под газонок там. Да, Лизар, тут все, блядь, эти, нахуй, госслужащие, все тут, блядь, росгвардейцы, ОМОНовцы, на блядь, стриме танковом, да. Да, все мы тут такие, блядь, все эти кремлеботы, как это, блядь. Понимаешь, когда тебе говорят, что Навальный хуйло, да, условно. Это не значит, что человек считает, что, блядь, Владимир, так сказать, Владимирович, сильно, как бы, намного более уважаемая персона. Это не совершенно не значит это. Просто есть стоять говны, да, вот говны есть. Есть просто взгляд со стороны на эти говны. И вот я утверждаю, что вот одни говна не повлияли на другие говна. А повлияли там третьи говна. Для того, чтобы против первых говна, за счет этого говна, можно было выстраивать борьбу. Вот как это делается. А вы такие верующие, блядь. Вы думаете, что если, блядь, Навальный придет к власти, будет... Вот тогда-то заживем, вот тогда-то заживем. Сменяемость власти-то это хорошо, да. Ну вот, посмотрите, что там, блядь, на какой-нибудь Украине, там, сменяемость власти, как хорошо. Ух, как хорошо, блядь, живется. Все не так просто, блядь. Не слушайте долбоебов, а думайте своей башкой, нахуй. Все, блядь, борются просто за кормушку. Все хотят, нахуй, бабок, блядь, власти, все. Больше ничего никому не надо, блядь. Все остальное это чисто, блядь, марафет, нахуй. Для того, чтобы, блядь, хомячкам, нахуй, типа вас, блядь, срать в голову, в мозг, нахуй. Какие-то идеи за все хорошее против всего плохого, блядь. Угу. Это как, блядь, ни в какой стране, да, не называется армия, как, блядь, что-то, нахуй. Как это, блядь?
ну, агрессивно, да, везде это, блядь, Министерство обороны, блядь. Не Министерство нападения, разъебанного, расчленения крови, мяса, блядь, власти и так далее. Министерство обороны. И здесь, блядь, все то же самое, нахуй. Просто пиздёж, нахуй, везде, блядь, ото всех, нахуй, сторон, блядь. Поэтому нужно думать только, блядь, о себе, нахуй. Самому, блядь. А не что там кто-то подумает, блин, государство, блядь. Сейчас вот, нахуй, придет, блядь, вот мой кандидат. И вот, все, я тогда заживу. Какой бред. Угу. Что ты взял, что, блядь, если все будут, нахуй, говно меняться, то будет, блядь, обычным людям лучше. Что ты взял? Скорее будет хуже как раз таки. Есть примеры-то как раз, которые говорят о том, что будет хуже, блядь. Про примеров-то, что будет лучше, нету. Только не надо, пожалуйста, блядь, сравнивать, нахуй, с Европой, да, вот это вот всё. Пожалуйста, не надо там с какой-нибудь Швейцарией, сейчас какой-нибудь сварил, сравнивать, блядь. Вообще, нахуй, смешно становится. Знаете, кто-нибудь сейчас как начнет быковать, а я как подловлю. Такого не будет части. Короче, я что-то запизделся опять на эти темы. Пацаны, отвлекайте меня своей политикой вонючей, блядь. Говнарями, блядь, ебаными. В пиджаках, нахуй.